Всем привет! С вами Сад и Огород круглый год, я Наталья. Хочу познакомить вас сегодня с одной розой. В общем-то, на просторах интернета ее редко встретишь. Во всяком случае, когда я искала информацию о ней, мне не удалось найти. Поэтому вот показываю ее цветение. Ну и, возможно, кто-то ее ищет, хочет посмотреть, какая она. Итак, это Альбрехт Дюрер. Посмотрите, чайная гибридная роза. Какая красивая эта роза. Она имеет абрикосово-персиковый, а по бокам становится вот такой вот розовой, темно-розовой. Очень крупный цветок, 10-15 сантиметров дают источники, но она все 15. Вот у меня сейчас на одном кусту всего лишь 3 розы. Розе этой третий год, но так как в этом году розы у нас в основном, не все, но в основном очень обмерзли после сильных морозов 27 градусов, то эта розочка тоже у меня подмерзла, и обрезка была очень низкая обрезка, и вот 3 ветки основные. Хотя в прошлом году куст уже был получше, мощнее, но вот подмерз. Устойчивая роза к многим болезням, то есть я не замечала ее больной. Третий год она у меня, но листья здоровые, хорошие. Запах у нее фруктовый, не сильный, но очень нежный фруктовый запах. Знаете, это дача, и я не всегда могу застать, показать вам и бокалы, и распуск, в разных фазах цветения цветов. Сейчас я вам показываю полный распуск, но бокал очень красивый тоже у этой розы. Цветет в основном она единичными цветками, то есть это красивая срезочная роза. Может быть, где два, практически у меня не было, один раз на ней было, что вот два цветка. В основном у нее вот такое вот цветение. Ну, что еще сказать? Просто шикарная роза, цветок красивенный, стойкая, с таким слабым ароматом, не сильным. Кстати, к дождям у нас сейчас такие перепады погоды, то солнце, то дождь. Вот посмотрите, красавица стоит, и дождь был, и солнце пекло, а она просто красавица. Ну что ж, если кому-то понравилась роза, вот информацию, которую я надала, я думаю, будет вам полезной. Ну что ж, всем пока.